прохлады хочется, очень жарко. Как минимум на работе кондиционер установить. Я буду счастлива. Прохлады, конечно, а дождь, ну, если только чуть-чуть, много не надо. Да, в принципе, как бы и всего хватает. Может быть, каких-то праздников, которые связаны с белорусской культурой, с белорусской историей. Пожалуй, вот этого не хватает. Летнему Минску не хватает водоема. Я считаю, что летнему Минску в центре не хватает зелени. О, озеро поблизости и чистого озера. Может быть, людей. Под лето как раз все разъезжается. Приехал из Могилева, а в Минске негде поплавать. Да, вот такие дела. Вот. Ну и как бы посидеть негде в центре. Ну, вообще есть, но сейчас идем уже, не можем встретить какой-нибудь хороший парк. Как велосипедисту больше не хватает вот парковочных мест. Ну, они есть, конечно, но не везде. Ну, еще не хватает понимания людей, потому что они ходят, там тяжело их обижать. Минску летом не хватает фонтанов, потому что жарко. А ближайший, который я знаю, это у нас на бульваре Шевченко. И то его долго, упорно ремонтировали. Зелени в Минске много, люди добрые, обстановка спокойная.